Привет, с вами ТВ-19 и рубрика «Есть такая профессия», а я ее ведущая Миронова Анна. Выбор профессии – задача непростая, тем более, что на свете так много интересных, полезных и важных занятий. Как же понять, какое именно подходит тебе? В этом поможет разобраться наша рубрика. Итак, начнем. Как говорят, «человек-собаки-друг» – этот девиз является основным в жизни кинолога, специалиста по воспитанию и разведению собак. Первые кинологи появились в России в 18 веке. Служащие военных ведомств, пограничники готовили себе надежных напарников – немецких овчарок и доберманов. Сегодня в кинологии приходят как мужчины, так и женщины, которые готовы почти бескорыстно любить братьев наших меньших и посвящать им себя без остатка. Работая в питомниках служебного собаководства, кинологи разводят, выращивают и воспитывают собак-поводырей для слепых, собак-спасателей или служебно-розыскных собак в зависимости от профиля питомника. Кинологи-инструкторы занимаются дрессировкой собак, прививают послушание и обучают командам. Хороший кинолог, как и любой настоящий специалист, находится в постоянном профессиональном развитии. Он интересуется научными и техническими достижениями в своей области. Участие кинолога в отечественных и зарубежных выставках собак – это не только демонстрация своих успехов, но и средство образования и профессионального роста. Профессия кинолога всегда востребована в МЧС, полиции и на таможне. Здесь кинолог и собака – единая команда, успех которой зависит от умения обоих. В полиции собак используют для поиска взрывчатых веществ и наркотиков, для выслеживания преступников, при охране общественного порядка. В МЧС собаки помогают в спасательных операциях, ищут людей под завалами, в труднодоступных и безлюдных местах. В таможенных и пограничных подразделениях животные помогают специалистам бороться с контрабандой. Кинолог – это одна из тех профессий, где человек и животное работают в паре. Такой тандем человека и его пушистого напарника чаще всего оказывается результативнее любой техники. Требования к кинологу предъявляются серьезные. Для эффективного применения собак они должны иметь медицинскую ветеринарную подготовку, знать хитрости дрессировки и умело применять тактику действий в различных ситуациях. Для владения этой профессией можно поступить в Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева на зооинженерный факультет специализация кинологии или получить высшее ветеринарное, зоотехническое или биологическое образование со специализацией в кинологии. Также можно пройти специальные курсы. Профессия кинолога в первую очередь предполагает безграничную любовь человека к собакам. Погрызные туфли, испорченные обои, разбитые вазы – все это несущественно для тех, кто говорит с ними на одном языке. Если ты чувствуешь, что просто не можешь жить без четвероногих друзей, то, возможно, кинология – это твое призвание. На сегодня все. Выбирайте обдуманно будущую профессию. И помните, что каждый человек сам выбирает свою судьбу. С вами была Миронова Анна. До новых встреч!